И тут она, ну, я где-то догадывался, приглядывался, смотрю что-то в поведении, но боялся спугнуть. Присматриваюсь, и когда она поставила в аэропорту камеру, ну, фотоаппарат снимать, дает мне коробочку. Честно, были мысли такие: блин, а может быть, она просто хочет мне что-то подарить, ну, там, ручку, я не знаю. А я сейчас что-то жду, какое же это будет разочарование? Помню, что, ну, все было как в тумане, но я помню все отчетливо. Это, кстати, удивительно такое ощущение. Вот. Но я очень надеялся, что сейчас увижу то, что и хотел. И действительно так и получилось. То есть я сперва вижу две полоски. Мы выложили видео, и там видно, что я сперва смотрю на две полоски, потом, то есть я выдохнул, фокус у меня собрался, и я еще раз посмотрел, все, слава богу, две полоски, я счастлив, и все, и у меня пошли слезы, мне кажется, я даже не стал плакать, мне кажется, я стал рыдать.